Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи и Клейнс, и мы возвращаемся к ставочкам CSGO. Да, ребят, всем привет, вот все вот вспомнят, наверное, старый CSGO Up со старым дизайном, где я там два раза там чуть ли не 100 тысяч поднял. Ну, ребята, история у нас с этим сайтом уже очень долго, на самом деле, очень много мы здесь выигрывали, проигрывали, давненько вообще не было серии по ставочкам, недавно читал ваши комментарии, вы писали, типа, почему так не было давно серии по ставкам, типа, верни, хотим. Поэтому, ребята, вот, записываем новую серию, кстати, вообще реально очень давно не было у нас, уже больше, ну, где-то примерно месяц уже не было этих серий. Вот, я затарился лутом немножко, то есть, ну как немножко, сегодня, ребята, мы будем ставить по-жесткому, потому что, когда мы делаем ставки, нужно, чтобы был хоть какой-то интерес, нужно чем-то приманивать, так что, ребята, ждите сегодня хороших ставок. Так. Ну да, то есть, такой, во, уже кто-то влетает, наконец-то, у меня шанс 22%. О, это хорошо, ребята, хотя бы мы, не только мы с Пашей играем, это хорошо, вот это да, мне нравится. Так, Паша, смотри, ты поставил сколько? Ты поставил 275 рублей. Так, я поставил 403, я еще сейчас поставлю USPS, такой же, только он подороже будет стоить чуть-чуть. Ой, ЦЗ-шечку Викторию, смотри, поставили, отлично. Сколько она стоит? Она сейчас 300 рублей стоит, но сам скин мне 400, нравится. 400 так, она сейчас стоит, у меня тоже есть. Просто. У меня пока что 26% так. На... Вот, 41% на победу, отлично. Я еще, наверное... Слушай, я, наверное, еще... У меня есть такой же еще USPS, у меня их целых 3 было. О, вот. Азимов, эмочка... Да ладно, да, а сколько она стоит, подожди? 4700. О, да ладно, ни хрена себе! Так, да, слушай, я плетаю. Мне интересно, я успею отправить рейд? Вот, блин, сейчас, ребят, мне просто... Мне вот интересно, я успею или нет? Офигеть! 10 тысяч. Охренеть! Вы чё, издеваетесь? Никто не хочет играть, кофевает. Вы чё, издеваетесь? Я еще успел залить USPS последним. Офигеть. Смотри, вот шанс 1,12%, я сейчас изъявил. Ребят, я просто не понимаю, как это работает. Чё за фигня? Сейчас увидишь, как это работает. Да. Вот просто выигрывает. CSGO Up, и на нем человек выигрывает с большим шансом, с каких пор. Не, ну это... Не, давай, кстати, посмотрим по истории игр, что там вообще было. Давай. Смотри, так, тут там у нас нож всё... поставили, слышь, то. Еще нож поставили? Да. Какой, подожди, ёлки-палки. Ребят, не, ну это вообще, это... Вот, знаете, вот только мы зашли на сайт, мы ждали вот с Пашей, пока вот кто-то начнется играть. Игра не начиналась минут 5, наверное. Ну, это хотя, ну, для ставок это много. Вот, а потом, что было дальше? Дальше я поставил, ждал еще, наверное, минут 5, пока кто-нибудь залился. В итоге залился Паша, и только потом началась у нас игра. Вот, и только потом мы начали уже батлиться. Капец вообще какой-то, я не понимаю. Я, наверное, поставлю муху сейчас прямо за воду за 2800. Вот. Holy shit. Ой, ну слушай, там прям вообще такие прям вещички заливают. Ты посмотри, Паша. Там весело, я вижу. Ой, какие же они красивые. Посмотри, Азимов, USPS. Слушай, этот... а ты вот думал когда-нибудь, вот, ну прикинь, война там, еще что-то, и люди такие, смотри, у меня Азимов, и там бегают, я не знаю, это вообще... Я не знаю, ну кто знает, может вообще в будущем там у каждой пушки там, знаешь, тоже будет какой-нибудь свой раскрас. Вот. Тоже типа вот, ну что-то из КС-ки возьму, да? Ну, кстати, было булгарно. Но надеюсь, войны не будет. Да, вот, я тебе говорю, то, что сегодня мы ставим по-жесткому, ребята, к сожалению, карточек у меня нету, хотя вот недавно была у меня карточка. Я карточки не буду здесь покупать, не взял. Ой, вот, ребят, я вам просто покажу профиль, и вы видите то, что моя сумма банков равняется 630 тысяч рублей, понимаете? Боже. Вот, Паша... Что-то у тебя много как-то немножечко, вот... ты не находишь вообще? Да, много, просто прикол в том, что у меня за всю мою историю сыграно здесь 602 игры, ты понимаешь, сколько это? Это сколько? 602 игры! Просто жесть. На 603 игры больше, чем у меня, так что... Так, сейчас посмотрим, может быть, я сейчас чем-нибудь тоже в меня влетит, и я поставлю... А при этом у меня побед только 52, по-моему, то есть вообще... Ой, ну ладно, так, сколько... Ух, нифига, ты 600 рублей поставил, ну это вообще, слушай, ну это нормально. И еще... Слушай, ты прямо сегодня, Паша, вот ну, так... у меня не очень много скинов, потому что я под Новый год скины продавал. Ну вот, Я даже рыцаря... Блин! Продал. Еще вот, один нож поставили, да вы издеваетесь! Не, ну я в эту игру уже ничего ставить не буду. Да я тоже, зачем? Мы рисковать только, мне кажется, будем больше. Я и так поставил 2800! Понятно, понятно! 40 тысяч, ребята, просто, ну просто, вот что за... Что за день? Это CSGO Up. Если я сейчас выиграю, я на вебочку возьму листочек, даже два листочка, и... Это, олизну свои носочки. Давай. Паш, ну мне кажется, что... Да! О! Что? Что? Да ладно! 67 тысяч рублей!
Ты чё, аутист, что ли? Ты чё выиграл-то? 67 штук? Что, простите? Как? Я не понял. Как это работает? Я не знаю. Олег, слушай, 4%, Олег. Ага, ага. Олег, тебе один нож. Всё, да, это без жрать. Проблем, Паша, это без проблем. 67 кусков, 4% шанс. Ёлки-палки. Ты чё, слушай, да, так получается, я тебе этот эстафету эту передал, да? То есть теперь ты у нас все выигрываешь. Я не знаю. Ребят, я реально не знаю, как это работает. Я без слов, у меня просто нет слов. А давай посмотрим, какой вообще победный билет был, смотри. Сейчас так, я как раз смотрю. Победный билет, смотри, 10 тысяч, первый билет, то есть 10 тысяч один. Ну-ка, а вот я ставил, ну-ка, я хочу просто сейчас посмотреть, смотри. Блин, прикинь, короче, мои билеты начинались чисто от 9569 билета. До 13 тысяч, да, я вижу. Просто жесть! 60, сколько там еще? 67 кусков! Чувак, у тебя трикер амбиты, что делать будешь? Всё, знаешь, мне еще нравится, что пишет подкрутка. Вон, видишь, справа чувак написал подкрутка. Ребята, нету подкрутки здесь, нету ее, это жесть. Конечно же, Кирюха будет всем подкручивать, он же. У меня, ребят, если была подкрутка, то у меня, смотрите, вот просто у меня винрейт, ну ладно, округлен 9%. Если бы у меня было, не знаю, ребят, если была подкрутка, то у меня бы игр побед... Покажи ребятам честную игру наверху просто, и все. А, там, ну там написано, да? Ну-ка, ты, ой, ребят. Ты знаешь, какой у меня процент побед? 7. То есть, смотрите, сколько у меня проигрыш. У меня вот вообще был момент, когда мне вообще никак не фартило. У меня вот просто, смотрите, проигрыш. И все. И вот. Я просто в шоке. Так, давай примем этот рейд и вообще посмотрим, что там выбили. Так, давай. Офигеть, просто, Паша. Я не знаю, я вообще в шоке. Охренеть, сколько здесь ножей! Прикинь, там же чувак поставил 40 тысяч, да? Видимо, он три ножа, три керамбита поставил, капец, он лошара! Он сейчас, наверное, плачет в подушку. Офигеть! Ну, сколько? 5 ножей мы только что выиграли, понимаешь? 5 ножей, Паша, 5 ножей! Я в шоке, ребят, я реально в шоке. Вот так. Я как человек, который однажды выиграл тоже 5 ножей или там 4, я тебе говорю, Олег, ты теперь в нашем официальном элитном кружочке аутистов, которые выигрывают ножи всегда. Я просто в шоке. Так, слышишь, ну раз мы так сейчас затащили жестко, да, я вот как раз таки сейчас, ребята, хочу еще... Ну это все, это просто 100% вы должны поставить лайкусик, ребята, огромный, просто... Лукинатора влепите, пацаны. Знаете, вот я что думал, вот я просто Паше звоню такой, что делаешь, там, типа, вот, ну, там, та-та-та-та-та, да? Ничего, вот, да. Ставки. Да, я говорю, типа, давай ставки запишем, а то давно серии не было, он такой, ну ладно, погнали. Вот, потом смотрю, у меня вообще, там, дорогих, дешевых вещей, которые могу поставить, да? Нет, ну я решил, ладно, залюсь по-жесткому, да? Смотри. Там этот калашик улетает, еще что-то. Слушай, у меня шанс 3%, вот мне самое время выигрывать. У меня 20%, я поставил 2700. Кстати, я не знаю, получится, не получится. Я что-то прям, ребят, сегодня прям в ударе, я не знаю. Вот смотри, у меня 228, у меня великое число просто. Офигеть, 228, вот смотрите, ребят, если это повезет, то... Да, меня что-то прям многовато, ну хз. Мне кажется, что сейчас уже точно ничего не повезет. После такого-то выигрыша, ты что... Ну, да, ну видишь, как я говорил. Ну, кстати, 4%. Рядом со мной, смотри. Рядом со мной было. Ну, блин. У меня не рядом. Офиг, не рядом? А, ну тут у каждого по-разному получается. Блин, Паша. Я понимаю. Керамбит Патина 15 тысяч рублей. Керамбит Северный лес 10 тысяч рублей. Керамбит Дамасская сталь 20. Ёлки-палки. Можно месяц на завод не ходить, кофе. Наклейка, петушок. Ой, офигеть. Я думаю, что ты выиграл, знаешь, тебе намек типа слышишь. Я просто в шоке. Ребята, это невероятно. Вот это реально невероятно. Удача все-таки существует.
Ну, существует, кстати, это реально 4%. Вообще жесть. Вот, кстати, в чем прикол, то что в основном все мои большие ставки я выиграл на маленьких процентах. Потому что, ребята, по-моему, одна из самых первых серий моя, как бы моих вот на этом сайте, я выиграл, по-моему, тоже что-то там 65 тысяч рублей с шансом 0,60%. Понимаете, это вот это я вот вообще-то, да, я вот реально поверил в удачу. Смотри, 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 у нас сейчас элитная игра тоже пойдет. Ой, вообще, ребят, я в шоке реально. Сколько? 67 тысяч, ребят, я просто не знаю, как это работает. Мне я кажется, что это работает следующим образом. У тебя маленький минрейт? И надо это исправить. Просто, знаете, ребята, каждый раз, когда мы начинаем записывать ставки, я реально боюсь то, что мы не выиграем. Потому что когда ничего не выиграем, ну, какая-то серия, знаете, не так получается. Или же мы ждем, что я на лоу-коэффициенте, как в старое доброе время. Во-во-во, да. Вот, потому что Паша же ведь тоже раньше много ребят выиграл на лоу-коэффициентах. Я тоже раза три выигрывал. Да, я помню то, что Паша вот тоже на моем, на одном из моих роликов там выиграл, по-моему, сколько там, 95 тысяч, да, с шансом 10%. То есть и там тоже... ребята сколько раз, где-то 400 тысяч раз, что ли, уже пересмотрели от кучи. Да, да, ребят, я вообще в шоке реально вот со всего этого. Ребят, если вам нравится вот такая лютая удача, то ставьте палец вверх, а если не нравится, то все равно ставьте палец вверх. Да в любом, да как это может не понравиться, ребят, в любом случае это понравится. Ладно, возвращаемся к игре. Ай, я-то что думаю, что у меня вещи-то не взлетают, с телефона забыл-то отправить этот рейд. Понятно. Типичный суфифити там. Так я ж забыл про эту. Так, ребят, просто реально, вот эта обнова, она хоть какая-то вроде и полезная, как бы, да, теперь аккаунты там не будет воровать, там, да, да что там. Но, как бы, теперь ты забываешь порой то, что нужно там принимать, ну, как бы подтверждать трейды вот так вот, да, то есть. Еще с этой наидобной аутентификацией, у меня бан был на 2 недели. Вот. Чем? Аутификацией? Ну, аутификацией. Аутистический. Да-да-да-да-да. Понятно. Ну, поняли, в общем, ребята, я просто не выговорю вот, сейчас это. Софифхити у нас это влит. Ой, ну, слушай, на 7 тысяч. Еще ножик, слушай, ну, если мы сейчас тоже выиграем на шансом 5%, я вообще буду угорать. Я не знаю, ребят. Это будет одна из самых, наверное, удачных серий по ставочкам. Сейчас, так, прикинь, кто-нибудь между нами выиграет, вот 2.44 это плюсик, например. А, да, возможно, кстати, возможно, главное, смотри. Коэффициент, это... Ну, блин, меня... ну прям между мной, чё за фигня? А у меня Нави. Да? И, капец. И много раков. Так, что, еще да, ребят, ставка? Я думаю то, что последняя ставочка на сегодня, кстати, ни одной карточки мы не выиграли с того этого выигрыша, прикинь, ни одной вообще карточки. Поэтому, ребята, сейчас у нас будет последняя ставка на сегодняшний день. Так, слушай, тут еще у нас много револьверных этих ключей, но я их что-то не хочу ставить, уж их оставлю на open case следующий. Я, наверное, ребята, поставлю АК-47 Вулкан, да, вот его я поставлю. Ой, ну прям вообще жесть. Ой, прям вообще жесть. В смысле, ты захотел там вулкан ставить? Ты что, типа это, в себя поверил там? В себя? Да. О, ну, я поверил в свои силы. Я поверил Пашу в свои силы. Поэтому я ставлю вулкан, ребята, за 2000 рублей. Я не знаю, я рублей. В принципе, я могу влиться на касик, или может тоже мне вулкан тебе в ответку поставить? Ну не знаю, Паш, не знаю. Это очень рискованно, потому что, смотри, сейчас опять ножики будут ставить, поэтому я не знаю. Не, я, короче, атомный сплав поставлю, пожалуй. Вот, ребят, просто понимаете, что такое 67 тысяч рублей? Вот просто, вот это зарплата учителя, не знаю, за месяца 2-3, наверное, сколько, да? Сколько? 60? Да, ну да. Ну, наверное, я... Я не знаю просто, сколько учителя зарабатывают, но я думаю, не так много там, ну, даже так не... Много, как... Ребята вот, которые ставят и выигрывают. Да, просто, ребят, знаете, просто прикол в том, что вот я вам просто, ну, как бы вот ради, ну, сравнения, да. Вот учитель в месяц там, ну, примерно зарабатывал там 30-40, да, тысяч, да. Ну, большие деньги. А вот потом, когда ты заходишь вот на какой-нибудь сайт по ставкам CSGO и в топ игроков, и видишь, сколько они за всю историю срубили денег, ты просто... Это вообще жесть. 12 миллионов, Паша, у чувака на первом месте, понимаешь? 12 миллионов. Это... Я не знаю. Это переборщики. Это, ребята, я скажу вам, что 12 миллионов. Слушай, это. А у него ивен рейд хороший, так, 27%. У второго чувака вообще 40%. Вообще, я не понимаю просто. Шестое место 50%. Но они, скорее всего, топят всегда. Ну да, возможно. Ребят, то есть видите, да, какие жесткие вообще чуваки могут попасться на сайте, да? Прикол. Ну, я не знаю, просто, ребят, что такое 12 миллионов, даже 13? Это квартира, я не знаю, в Москве там какая-нибудь трехкомнатная, да, там двухкомнатная, я не знаю, сколько они там стоят. Ну, примерно, наверное, столько. То есть дорого. Там, я не знаю, там тачка крутая, это Lamborghini столько стоит. Я знаю, по-моему, я смотрел.
Ураган столько стоит, по-моему, вот. Ураган, это что такое? Ну, там, я помню, у Давидыча... Нет, Давидыча смотрел обзор, там, по-моему, вот она стоила 11700, что-то такое смотрел на сайте. Но неважно, ладно, ребята, остается у нас 20 секунд до конца этой игры, и, я не знаю, у Паши 38% на победу, у меня 31% на победу, то есть, соответственно, мы с Пашей должны 100% затащить эту игру. Ой, еще и залился, вы посмотрите на него. Ну вот, мне кажется, что Паша здесь его одержит победу. Ну, фиг его знает, тут это самое, шансы такие разные. Ну, давай посмотрим. Итак, ребята, кто же становится победителем этой игры? И это... Давайте я уже наконец-то... Он прям вообще... Я не знаю, вообще, ребята, сегодня реально одна из самых удачных серий по ставочкам. И надеюсь, вам она понравилась. Но на этом мы с вами прощаемся. С вами был, как всегда, Кофи и Клейнс. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Если вы хотите увидеть еще серии таких же по ставочкам, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Давайте, пока, ребята. И на Пашу, ребят, тоже обязательно. F9.